Земля цвета. Вот это вот. И дальше мы еще будем говорить и о высокой материи, и о простых самых вещах. Почему надо перестраивать сознание людей, а почему надо увидеть и ниже. Вот. Сегодня я такой лирически настроен. Вот это вот участок примыкает к моему. Елена Савинович, узнаете? Он кажется большим. Когда съемку делают, кажется, он огромный. Вот это левая половина, вот это правая половина. На самом деле он визуально только он намного меньше. Хозяева запрашивают за него 1 700 000, 1 600 000, 1 500 000, 1 400 000. Сейчас где-то, когда я на всякий случай уточнил, думаю, а вдруг вам, Елена Александровна, дадут грант? Уже понятно, что вместо гранта вам ничего не дадут. И гранта не дадут, так? Вот. А все равно я где-то какие-то должны быть, ну вот что-то, какое-то вот стечение обстоятельств, потому что стоит вам взять эту землю, чтобы кто-то вам преподнес этот 1 000 000 с копейками, может, 1 200 000, 1 400 000, я не знаю. Вот. Мы бы здесь посадили, вы же догадались, чем я говорю? А вы знаете, что я уже за 500 рублей, а вот этих вот, их, правда, немного, но полведерка-то, а вот они, да. Ребята, я с вами по-доброму, как со своими. Вот жаль, что вот эти девчонки меня не слышат. А вдруг у них связи с тимирязевцами? А вдруг тимирязевцы пришлют? Пришлют. У меня лет 10 назад был особый случай. Степанов, я его тогда не знал, Владимир Васильевич, тогда живой, здоровый генеральный директор НПО «Сады России», он прислал человека, который у меня купил 100 черенков, я запомнил, по 50 рублей. Уникальнейшие черенки, а потом я уже раз показывал, потом не выдержу, еще раз покажу, что на его сайте есть моя фотография, прям моя фотография, не чья-то, а именно моя, но честно написано, в скобках, Железов, ВК, вот. И я к чему это говорю? Я к тому говорю, что мы не зря же, я не просто, чтобы там счеты свести с этими девочками с тимирязевки, выпускниц тимирязевки, да? Я девочками называю, потому что я их старше. Вот. Я к тому говорю, что оттуда, вот если бы кто-то, я сделал уже 2 фильма, посвященному ректору этой самой Тимирязевской академии, но в скобках написал, в скобки, будущему, и знак вопроса. То есть я не обращался конкретно к Иванову Петрову Сидорову. Кто-то должен прислать уже сейчас, потому что я, внимание, внимание, поворачиваем. Вот. Вот это за 500 рублей уже купил. А если не приедет никто с Тимирязевки, с Мичуринска, вот. Кстати, вкус идеальный. И еще знаете, что я как бы это уже рекламирую? Дело в том, что мы с хозяйкой разговаривали. Многие из вас уже этот фильм посмотрели. Свежий фильм. Потому что есть тот фильм, когда я разговаривал с ее сестрой Валентиной, а в этот раз была сама хозяйка. Вот. И мы с ней пришли к одному мнению. Почему урожай, когда остальные деревья у нее были пустые? Поздние. А Серафим-то он у меня самый поздний. Это мне многие вопросы задают. Он, во-первых, самый поздний, а во-вторых, вот, он увеличился в размерах так, что сейчас стоит вопрос, а что с него будет? Вот это все 100-граммовые. Так, вот. Где у него предел? А ведь урожай-то был солидный. Это ладно бы там 5 штук висело, скажем, ну, надулись там, да. Нет, ребята, это действительно, это не генное измерение. Есть такое понятие, его знал Мичурин, а, девчата с Тимирязевки, которых вы это самое, про лженауку, помните? Мичурин вспоминал память предков. Он упоминал не память, он не говорил, это я так говорю. Он говорил, у этих деревьев были бабушки и дедушки. Он, может быть, имел в виду буквально 100-летней давности какие-то качества, а я имею в виду 1 000 000-летней давности. Вот, то есть когда-то они такими были, а потом дичали, дичали. То, что выжило, а всегда выживает те, что скромнее, те, что прижимается к земле, ну и так далее, и так далее. Вот. И теперь они проявились эти качества. Что теперь нужно делать, друзья мои?
А среди вас найдется десяток людей, которые мне не уступают ни в чем. Кроме одного. Я превосхожу их только... Не, не уме, не опыте, в возрасте. Поэтому я вот это вот, не скрываю, купил где-то там, опять показываю. Я это вот купил за 500 рублей вот это. Еще 1000 оставил. Поняли для чего? И теперь я буду ждать не сразу. Кто-то из вас скажет, мое. Нет, я скажу. Первый этап, говорю прямо аж, как сказать, наслаждаюсь этим разговором. Первый этап, друзья, вот, кто-то должен сохранить, но лучше бы Тимирязевская академия. Вот. Но из Тимирязевской академии надо придачу еще Елену Александровну Савинич, вот эту милую девушку, и тогда это все имеет право не просто выжить, сохранить. А мы когда ходили с ней по саду, уже по-моему, и отголоски того разговора мы вели, вот, она произнесла две мои фирменные фразы, уже из ее уст, милой девушки. Знаете, какие? Первое – результат свободного пыления, и второе – из-за этих F, так называемых, F1, F2, F3, F4, F5, они-то и потеряли свою качество. Так, Елена Александровна? Так вот, ни один, ни, они живут в другом мире. И сегодня сохранить их, придать им новый смысл. А я еще и с черенками договорился, Елена Александровна. Вот. Когда это? У вас два пути. Или быстрый ход наверх, как, к примеру, Лысенко. Так, не зря у него книгу, мне подарили книгу Лысенко. Вот. А вы мне ее уже выцегонили. Не зря. Вот. Или вот этот быстрый путь. Или пусть тоже быстрый, но останется так, вот так же, как мой сад. Не нужен никому, не нужен. Латинков умер, не нужен сад? Не нужен. Боднар умер, не нужен сад никому. Все. С тех пор уже там вот это самое. У Гали Латинкова это мой сирот из этих самых. И это ближе до Москвы. Там даже на это может доехать. Ведь в каждом основном городе есть НИИ. Каждым. А толку? Но этот путь хотя бы для души. То есть она готова. Я не поеду в Москву. Я говорю, тебе переманят. Соглашайся, я тебя сам туда свяжу руки, увезу, если поступит оттуда приглашение. Не, я здесь хочу, мне здесь нравится. Да, она прикипела к этому месту. Но будущее не здесь. Ну, наговорился я. Идем дальше. Это я выговаривался. А, кстати, вот это вот тут участок слева. Это справа. Он кажется огромным. Нет. Может, все-таки 15. Вот. И это третье место. Это я соседа из-за сетки рабицы. Вот это остатки моих деревьев, которые его родственник буквально уничтожил. Это было такое зверство. А я показывал, он уничтожал, а меня не слушал, и бесполезно, а я уже и семинаристам показывал, и приезжал на телевидение. И вот. И последовательное уничтожение деревьев, вот это было. Это вошло в наблюдение в мои бесконечные статьи, мои бесконечные фильмы. Но переломить ситуацию я по всей России так и не смог. Мало того, 400-500 заходов на мой сайт еще несколько лет назад – и 50-80 заходов – это катастрофа. Мои знания становятся никому не нужны. Я интересовался потом, кто заходит. Оказывается, студенты заходили. Им дают тему. А он набирает, бах, и попадает ко мне. Хочешь, не хочешь, а чему-то учились. А сейчас и этого нет. То есть 8 раз стало меньше. 8 раз. Вот. Ну вот. Или вебинар номер 1. 4 года назад первый вебинар. Ну, 1800 просмотров. Последний вебинар 400 просмотров. Вот. Пока мы теряем позиции. Именно теряем.